Все друзья в сборе! Тоже Донки Конг пришел! Ну что, ребята, готовы к вечеринке? Что это? Что, Марио, не ждал, что я тоже приду на твою вечеринку? Тебя не звали! Звали, не звали, а я пришел не один. И я тебя раздавлю этим крабобоссом. Ха, Баузер тоже мне напугал. Посмотрим, кто еще кого раздавит. А, Мазила, Мазила, не достанешь, не попадешь. Я Супер Марио, и я нанесу тебе супер удар. Ребята, ребята, скорее помогайте, Супер Марио. Пишите в комментариях, Супер Марио, бей! Супер Марио, бей, Супер Марио, бей. Ой, то есть Супер Марио, спасайся! Потому что если Супер Марио попадет этот огромный молоточек, то все, ему хана! А нет! Ребята, вы молодцы! Каждому из вас по лайку! Вы спасли нашего Супер Марио! А теперь попал Баузер! Что, Марио? Ты думаешь, ты сможешь меня побить? Нет, этого не быть! Баузер всегда побеждает! Побеждает! Это мы сейчас посмотрим, как ты побеждаешь! Я тебе молоточком вот так! Рано радуешься, Марио! Я еще вернусь! Давай, давай, убегай, трусишка! Команда Супер Марио супер крута, и теперь мы отправили Луиджи на соревнование с прихвостнями Баузера. Давай, 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 Луиджи, крути педали, крути. Еще немного, еще чуть-чуть. Да, это первое место. Команда Супер Марио супер лучшая. Молодец, братец Луиджи. Ты отлично справился. А теперь, Луиджи, для тебя новое задание. Нужно как можно сделать больше зомби. Ребята, давайте поможем нашему Луиджи. Напишите в комментариях супер селфи. Потому что супер Луиджи делает супер селфи для супер Марио. На супер канале СПТВ. А кто не подписан на канал? Разве ты не подписан? Друг, тогда жми скорее подписаться и нажми рядом с подпиской колокольчик. Тогда новые приключения Супер Марио ты будешь смотреть самым первым. Вау, смотрите, как Луиджи ловко справляется с прихвостнями Баузера. Вот это да, у него прям такой кулак, он как Супермен. Луиджи молодец, у тебя так отлично получается делать селфи. Ребята, а как часто вы делаете селфи? Может быть, у вас есть друг, одноклассник, подруга, сестра, брат или еще кто-нибудь рядом, кого вы часто фотографируете? У вас получаются красивые снимки? Расскажите, кого вы любите фотографировать? Потому что вот Луиджи любит себя фотографировать. Ой, Луиджи, ты зачем пришел на кухню? Мы что-то будем жарить! Вау! Что это? Это квадро мяса какое-то. Какой странный кусочек мяса. Он как будто пиксельный. И нам нужно его прожарить. Какое оно тяжелое. Надо еще и не обжечься. А против нас Йоши. Бум. И Купа-трупа. Эй, Гумп уже успел приготовить мясо. Как они это делают, Луиджи? Давай старайся лучше. Как-то весьма странно получается у нас жарить мясо. Ребята, а кто-нибудь из вас умеет жарить мясо? Вот, видимо, Луиджи нужны ваши советы. Как вы жарите мясо? Потому что у Луиджи это получается крайне плохо. И Купа-трупа завершил. Что? Нет, Луиджи, ты последний. Гумб победил. Вот ты, Гумба-Мумба. Что это? Мы будем собирать попкорн. Вот это я понимаю. Вечеринка Супер Марио Пати. Это самая крутая вечеринка Супер Марио. Давай, 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 собирай, Луиджи. У нас сейчас будет самый вкусный попкорн.
Давай вперед, Луиджи! Ай-яй-яй, растяпа, как ты мог попасть? Здесь прям бомбочки какие-то летают. Финиш! Луиджи! Луиджи! Winner. Опять Гумба выиграл! Ну ты, Гумба-чумба-юмба, мы тебя обойдем! Вау! Это соревнование на бочках! Покатили, 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 что за трава? Ой, а вдруг там змеи? Осторожно, Луиджи! Не подводи Супер Марио! Вперед! Смотрите, как отважно крутит бочку наш Луиджи! Молодец! Ну-ка, подвинься! Кыш, кыш, не сказал! Эй! Как вы так ловко вырвались? Здесь еще лужицы! Совсем немного! Давай, давай, Луиджи! Ура! Второе место! Наконец-то Луиджи начал побеждать! Упс! Гумба все равно выиграл! Нужно было в этом соревновании быть первым! А это что еще? Ух ты ж! Мы летаем на магнитах и собираем драгоценные камни! Точнее, шарики! И нам нужно собрать побольше шариков! Ну-ка, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш! Ха-ха-ха! Как здорово! Мне нравится! Молодец, Луиджи! Так его! Подвинь этого Йоши! Будет знать, как забирать чужие шарики! Вот-вот-вот! Забирай, забирай! Нет! Опять Гумба победил! Кажется, этот Гумба читер какой-то! Winner. Как у него получается каждый раз побеждать! Ой-ой-ой! А здесь нам что нужно? Ловить дуадиков? Start. Ух ты! Так-так-так-так-так! Нужно найти определенных дуадиков, да? Что-то Луиджи совсем запутался! Там дуадики сидят и играют в Nintendo Switch! Кто видел, ставь лайк! Ну, у нас самое много! 30 очков! Подожди-ка... Что происходит? Как? Гумба опять победил! Ну ты, Гумба, прям хитер, бобер! Ого! Как высоко нам надо забираться! Это будет нелегкое испытание! Эй, Луиджи, ты чего там, заснул что ли? Давай скорее разгоняйся и вперед, обгоняй ребят! Давай, Луиджи, вперед! Супер Марио болеет за тебя! И супер подписчики канала СПТВ тоже болеют! Давай, Луиджи, вперед! Вперед! Гумба опять впереди! Да что ж это такое? Какой ловкий гриб! Давай, Луиджи, молодец! Мы обогнали остальных ребят! Это же блинчики! Кто больше блинчиков съест? Конечно же, Луиджи! Луиджи, ты только все не съедай! Оставь еще для друзей и для Супер Марио обязательно! А еще для подписчиков канала СПТВ! Кто любит блинчики, ребята? Вы любите блинчики? Вот я их просто обожаю! И я, как и Луиджи, их уплетаю за обе щеки! А еще и первое место! Вау! Как же мы с вами любим блинчики! Что? Старт! О! Матрешки! Ох, ёшки-матрешки! Как здорово! Мы будем вот сейчас скрутить, вертеть и обмануть хотеть! Ой-ой, как все запутано! Луиджи, надеюсь, что мы выбрали правильный вариант! Давай-давай-давай-давай! Да! Наша матрешка идет впереди! О, еще! Вот это класс! Мы победили! Луиджи просто супер-пупер молодец! Круто! Вперед! Ой, ребята, тихо! Старт! Здесь что-то непонятное! Это же гусеница! Нам нужно ее не разбудить!
Супер Марио, осторожно! Баузер, ну что ж ты творишь? Ты можешь разбудить ее, и тогда всем нам хана! Принцесса Пич, осторожно! Это просто огромная гусина размером с целый поезд! Так давай, Супер Марио, сделаем супер поглаживание по нашей голове! Яй-яй-яй-яй-яй! Что делать? Луиджи! Ты как тут оказался? Ух, еле убежали с этой гусеницы, она нас чуть не догнала, чуть не сломала! Вот это да! Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось новое приключение Супер Марио Пати! Так что жмите скорее лайк, подписывайтесь на канал СПТВ и не забудьте про колокольчик, потому что мы будем снимать еще больше приключений наших любимых супергероев! А вы наши супер-пупер-дупер-подписчики! Желаем вам супер-пупер-классного дня, вечера и вообще суперского настроения!